Добрый вечер всем зрителям и гостям канала. Вы на канале «Израиль. Жизнь других людей». Друзья мои, сегодня хочу показать вам месячный паёк, который в Израиле раздают каждый месяц семьям, которые дети потеряли отцов или есть нужна какая-то государственная помощь. И вот я, друзья мои, получила сегодня паёк. Паёк состоит из мандарин, прекрасные, хорошие мандарины, помидоры, картошка, апельсины, рис. Вот такие вот порезанные куриные грудки шницеля уже готовые. Макароны барилла. Как вы знаете, итальянская паста, соленые огурчики, в Израиле дают болгарские перцы и цветная капуста, друзья мои. Вот такой паёк месячный в Израиле раздают. Я работаю в волонтерской конторе, мне дают 2 раза в месяц. Ну, вообще... Всем, кто приносит письма от социальных работников, могут получить паёк. И это очень помогает. И это большой плюс Израиля, потому что они действительно помогают всем, кто просит или кому нужно. Спасибо всем гостям. Вы были на канале «Израиль. Жизнь других людей». С вами была Алина. Израиль.